Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы, господа, всем хорошего настроения, балдежного времяпровождения. Мы, короче, с милой любимой пошли, короче, в пивнушку бухнуть. Я бухнуть, а милая там не хочет бухать. Я заставлял, говорю, возьми пивка, не хочет, да? Там даже чебурек, знаешь, какой пустой был. Вот это, короче, это газировочка, и мы будем газировочку сейчас пить, да? Угу. Вот. Это чебурек, короче, с креветками, я в шоке, чебуреками с креветками. Кстати, хорошее пиво, только здесь можно брать. Газировку для меня только здесь можно брать. Все нормально? Пока голова не болит от лимонада. Ну, начинки не, я ни одну не поел. Так, покажи, если чебурек. Фоткай меня. Сейчас еще. Это сыр. Я могу сказать, вот это чебуречное, кайфовое. Тут есть нутелла, с бананом, тут ассортимент большой. Ну, креветки опять сырые. Кстати, нет. Да. Если бы я еще чебурек 60 сантиметров ел, я бы не смог оттуда выйти. Почему они начинку-то свою не прожаривают? Знаешь почему? Я бы смеялся, пока мясо не упало. Его в руки берешь, он разваливается там. Ну, кстати, прикольно. Ну, кстати, про начинку. Давай скажем про начинку. Так они не прожаривают. И вот тут сырые креветки. Ну, креветки-то ладно, это как бы не мясо. Ну, в том-то вообще мясо было сырое. Ну, да. Я с бананами и клубникой. Это же сыр, да? Не знаю. А на что похоже? Похоже, непонятно. Вкусно? Самое лучшее чебуречное. Приходите сюда. Чебуреками, город Табакан. Какая улица? Не знаю. А, кстати, помнишь те времена, когда писали креветки? А я знаю почему. А креветок? Песок на зубах. Да? Чебурек с креветкой, я его кусну, балюжну, кайфаню и дальше пою. Чебурек с креветкой. Какой бы ты чебурек всегда брала, типа, который особенный? Охотничий с колбасками. Ну, я не могу оттащить тебя чебурек. Ну на креветку ты съешь. Я вот эту жирную не ем, естественно. На. Так вкусный? Нет, жирный. Что нельзя делать не жирные чебуреки, я не понимаю. Делать в масле.
Ну, это так. Еще древности? Древности не было чебурека. Был? Не было. Был? Не было. Когда древние члены...